Для любителей спорта вторые Европейские игры в Минске еще весьма далекая перспектива. А вот для организаторов и атлетов, напротив, уже сейчас в тренировочном процессе спортсмены невольно бросают взгляд в 2019-й. Юная белорусская прыгунья в высоту Карина Таранда в этом году покорила пьедестал чемпионата Европы в своем возрасте. И на домашних Евроиграх намерена добиться не меньшего результата. Со своими внешними данными Карина Таранда легко могла бы покорять подиум, но она покоряет высоту. Здесь почти как в модельном бизнесе. Для успеха ей пришлось избавляться от лишних килограммов, но результаты того стоили. 18-летняя прыгунья год назад перебралась из родных Барановичей в столичный Бугувк. Новый этап, новый тренер и новый скачок. В этом сезоне Карина улучшила личный результат на 8 сантиметров. Сейчас спортсменка тренируется у Валентина Курдюка. Это он стоит за первыми взрослыми успехами Павла Сильверстова. Причем Карина единственная девушка в чисто мужской компании. Из-за того, что я единственная девочка в компании, я пытаюсь тянуться за нашими парнями всеми, потому что у нас очень все парни высокого класса, и за ними есть к чему стремиться. Ну, как бы, я ими горжусь, и мне очень приятно с ними тренироваться. На тренировках прыгуны высоту отрабатывают не результат, а технику исполнения прыжка. Нужная скорость, мощный толчок, грамотное преодоление планки – все здесь должно быть проработано до мелочей. Первые плоды своих усилий Карина уже увидела. Этим летом она стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы. Для девушки, которая лишь несколько лет целенаправленно занимается покорением планки, результат мощный. Но останавливаться спортсменка не собирается. На горизонте маячат домашние Европейские игры. Для меня Евроигры, то, что они проходят у нас в Беларуси, это очень даже приятно, потому что и наоборот сильнее хочется на них отобраться, потому что представить свою достойную страну в своей же стране, хочется покорить пьедестал и выступить на все сто. Евроигры в Минске для белорусских легкоатлетов, безусловно, станут знаковым событием. Топ-соревнований в королеве спорта в стране проходит немного. Топ-турнир при поддержке родных трибун станет отличной репетицией.